Ну, так. Вешать эту штуку не надо. А? Вешать не надо. Мне кажется, лучше положить. А по? Мне так полная может. Да, я вот положу, вы на маку. Все, мы пойдем. Значит, как же пишет, прям из этого честно не смотришь на номер, а потом уже номер. Да, я забыл главное. Значит, можно писать в простой бумажке, пожалуйста. А можно подавать priority mail. Когда вы отрываете этикетку. Все мои мечты. Окей. Приготовились? Стреляем! Я не попал. Как он как раз тренировал. Вот первый, самый выигрышный. Я подаю. Все согласны? Так, да. Все согласны. Значит, номер 15. Кто? Говорите, кто? Вместе со скрепкой кто-то кинул его. Это не я, кто-то скрепкой. Значит, мы не говорим, кто номер 15, не говорите, что это вы. Значит, нет, нет, номер 15. Нет. Не говорите, что это вы. Угадывайте вы. Кто это? Хорошо. Читайте и говорите. А со скрепкой можно было кидать, со скрепкой, да? Это идея Олега. Ты сказал, оказалось, что он прав. Нет, я сказал, что он не полетит со скрепкой. Он сказал, полетит. Он действительно полетел. Читайте, что значит так. Значит так. Значит, пусть в 2013 году мой самый любимый человек будет счастлив, любуясь на своего внука. О! Так. Дальше. Значит, пусть в 2013 году пусть будет уволен с работы. Тогда. Ага. Ну так что, значит, теперь кто-то должен... А первый вопрос. Так, ты кого считаете, кто считаете это написал? А, вы считаете, что это я. Да. В смысле, я должна сказать? Ну, да. Я все прочитала. А первый вопрос, да. Можно еще прочесть, что желаете? Да. Родить внука. Ну, родить внука. Она отгадывает. В 2013 буду любоваться своим внуком. Кто угодно может любить. Быть. Может, у кого есть внуки. Да. В 2013 мой самый любимый человек будет счастлив, любуясь на своего внука. А в детстве мечта была учить русскому языку и литературе, когда будет больше времени гулять каждый день у океана, любуясь на яхту. Но я согласна с Гришей тут. Кто вообще да, это Алла. Алла. Так это Алла? Алла? Нет. Но вот это Алла. Это Алла. Это Алла. Да, это Алла, нет? Да. 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 Все. Это Гриша подсказал. Он думал, что им все должны отгадывать. Так, он будет упасть. Алла. Я и вообще для того, чтобы мечта сбылась, лучше всего его выпить прямо из хорошей. Да, сейчас. Все, теперь Алла вытягивает. А вы уже получили свой приз. Я знаю, вообще-то это Гриша, потому что Гриша уже получил. Значит, пусть в 2013 году самый нелюбимый мой человек, чтобы его никогда не встретить. В 2013 году я выиграю несколько миллионов долларов. В 2013 году самый любимый человек отделает мою фотографию. Сделает мою фотографию. И это самое, еще тут еще написано. Реальная жизнь, все наоборот. Мечта делает. Это большой грех тоже был. Алик, Алик! Что ты написал, если будет время, что хочешь? Алик, 50%. Следующий. Нет, вот следующий. Лежит самолетик. Под ногой он лежит. Под ногой. Нет. А, вот нет, это ближе. Десятки, этот ближе. Да. Этот ближе к десятке. А, так, это будет 14-й. А я больше не читаю. Я тебе почитаю. Я для него. Я угадаю, а потом читаю. Интересно. А, учитывай. Все на весь круг. Уже можешь читать. Кто еще может читать? Пусть в 2013 году мой самый любимый человек came back to me in 2 minutes. Пришел ко мне через 2 минуты. Самый любимый человек пришел ко мне через 2 минуты. Самый нелюбимый человек would get lost. Так, значит так. Когда у меня будет время, я хочу больше времени потратить играть в лото. Когда я вырасту, я хотел быть большим.
моя мечта, чтобы landlord и tenant были friends. Илья должен сказать. Водку дайте. Что за Илья? Он правильно разграничит. Тенанты, не тенанты. Следующий. Который близко. Все правильно. Вот этот, под ногой. Под ногой. Но тут проблемы. Я забыл сказать, кто попадет в слипи, не получает ничего. Да, поэтому вы читаете. Нет, вы читаете. Но какой у вас будет приз? Ничего. Без сомнения. Пожалуйста. Кто следующий? Олег Николаевич. В 2015 году мой самый любимый человек начнет кушать мясо. А можно я скажу ответ, не читая дальше? В 2013 году я наконец-то соберу комсомольские взносы с моей организации. Все, больше нет. Тюка, да. Так, это Алик Кутик, а написано Прау. Номер 5. А все прочитай. А я уже все. Там три брата. А с кем я хотел быть когда-то? Кушать мясо, соберусь в голову. Где-то не было. Нет. Правильно, Алик Путик. Как тоже? Конечно. Самый главный приз. Чтоб ты был где-то не был в Бурге. Это есть... Дримкетчер. Дримкетчер или... ловушка для мечты. Это Сережа. Самая... По адресу. Давайте уже закрывать.